Большой хоккей под занавес сезона в Чебоксарах. Завтра, 25 апреля, в Ледовом дворце Чебоксары-Арена пройдет традиционная битва двух столиц. Встречаются хоккейные команды Чебоксары и Барс из Казани. Яркое мастер-шоу игроков, развлекательная семейная программа и нереальная хоккейная баталия – все это уже завтра в битве двух столиц. Для тех, кто не сможет прийти в Ледовый дворец, национальное телевидение Чувашии покажет битву двух столиц в прямом эфире. Начало трансляции в 18:20, а в перерывах матча в эфир выйдут информационные выпуски программы «Республика».